Летние каникулы с пользой. Более сотни воспитанников детских домов и социальных приютов пригласили в Казанский кооперативный институт. С профессиями познакомиться и концерт посмотреть. Те, кому еще далеко до студенчества, уже знают, кем хотят работать. Я люблю заниматься музыкой. Хочу продолжать дальше играть на баяне и стать певцом. Я люблю фотографировать, потому что хочу стать фотографом. Один из организаторов праздника – детский республиканский телеканал «Шаян ТВ». 15 октября он начнет круглосуточное вещание. Концерт направлен на то, чтобы показать детям, что все должны быть рядом, все должны быть вместе. И, конечно же, наш телеканал «Шаян ТВ» он показывает, дети видят, как с самого детства можно начинать делать добрые дела. Семь выпускников из неблагополучных семей сегодня стали абитуриентами и вручили сертификаты на обучение в кооперативном институте. У нас вот для девочек кулинарная школа работает, воспитатель, который по этому направлению. Мы к этому заранее готовились. И мы им туда берем, которые дети хотят в дальнейшем получить профессию именно повара, кондитера. Отдельным людям, конечно, да, помогают добродетели получать образование, но чтобы это была такая акция, кооперативная акция, они же кооператоры, и они говорят о кооперации не только как об особой форме организации труда, но и об особой форме организации взаимодействия людей для решения вот таких хороших, добрых задач. Получать образование ребята будут за счет института и спонсоров. Сейчас в Татарстане 8 детских домов. Ежегодно из них выпускаются до 60 человек. Это первая такая социальная акция, когда детей из трудных семей сразу после школы определяют в вуз. В планах набрать целую группу студентов. Анна Городнова, Мирзалюшев, ТНВ, Казань.